Всем привет! Сегодня у нас 14 декабря. Сегодня мы выполняем 14 задание. Да. Так, мы должны начинать уже. Вот так, мама. Нечего бояться. Так, давай разворачивай, читай полностью. Где? Где? Давай, потом где кобра написано. Ну давай читай. Подожди, я не выяснила. Четырнадцатое декабря. Сделай. У Вики сегодня задание. Я не буду это делать. Ой, я не буду одевать. Сделать карнавальную маску и ее украсить. Для того, чтобы сделать карнавальную маску, нам надо найти в интернете. Есть разные схемы, по которым можно вырезать карнавальную маску. Вот. Мы нашли в интернете трафарет, вырезали его. Но это бумага. Она мягкая, легко рвется. Поэтому нам надо взять картон. Очень здорово, если вы найдете и купите, есть, продается такой бархатный картон. Есть разные вообще картоны там. И золотые, и серебряные. Можно что-то придумать. У нас простой. Мы взяли цвет. Я люблю фиолетовый. Такой вот. Ненавижу фиолетовый. Давайте мне ручку. Я люблю черный. Я не люблю фиолетовый. Вика тут у нас возмущается немножко. Но сейчас будем обводить маску. Yeah! Сейчас Вика у нас обведет маску свою. Которую я не буду одевать. Которую будет мама у нас одевать. Это мама не будет, а Вика будет. Катя, ты вредная, мама. Не люблю начинать с верха. Вот, потому что очень неудобно. Ну вот, Вика перерисовала у нас маску, и сейчас она будет ее вырезать. Но нам ее надо украсить и привязать к ней ленточки. Вот у нас такие вот ленточки. И украшать мы будем вот такими стразами. Я буду. Серебряные и золотые.
какими еще? Не какими? Вот мы привязали ленточки, чтобы можно было завязать на голове. Как на голове? Смотри-ка, смотри, только вот так держать. Ну и потом завязать сзади. Вики надо только украсить. Давай, бери стразики и красиво украшай. Еще можно что-нибудь нарисовать. Какие-нибудь красивые узоры. Сейчас Вика все сделает. Вика решила не рисовать, а сделать стразиками все. Реснички стразиками. Очень красиво получается. Стразики такие мы заказали на AliExpress. Они очень дешево там стоят. Потому что в Минске такая упаковка будет очень дорого стоить на самом деле. Только ты же старайся, чтобы было как-то одинаково здесь так, а здесь уже вот так. Так, вот Вика обклеила золотыми стразиками еще. Вокруг всей масочки сейчас она под серебряные хочет таяться. Серебряными потаялась. Ой-ой-ой. Тут же сложно. Ой, старайся аккуратненько. Ну, не очень красиво, да? Вот Вика продолжает у нас клеить. Очень красиво получается. Так, Вика завершает свою маску. Она вся в блестках. Вся-вся-вся в блестках. Ну что, друзья, вот такая маска у Вики получилась. Она все блестит в стразиках. Вика ее все вклеила. Вам понравилась наша маска? Если да, то ставьте лайки. Сделайте Викуше приятно. Ей будет очень приятно, что вы поставите лайк. Подписывайтесь на наш канал. Завтра будет новое видео. Всем пока-пока! Пока-пока!